Мексика – второй крупнейший в мире потребитель пластиковых бутылок. Здесь же расположен крупнейший в мире завод по переработке использованной тары. Согласно статистике, в среднем каждый мексиканец в день выбрасывает по две пластиковые бутылки из-под напитка. Но такой мусор отправляется не на свалки, а на утилизационный завод. Например, вот этот, расположенный на окраине Мехико. Вот какая дальнейшая судьба его. Я знаю, что пластик перерабатывают и что из него потом делают многие вещи, но я не знаю, какие вещи. Сначала тысячи бутылок сортируют и утрамбовывают. После этого они отправляются на переработку, чтобы потом снова вернуться на рынок. Например, на заводе компании PetStar в мексиканском городе Толука в год перерабатывается 65 тысяч тонн пластика. Это более 3 миллионов бутылок. Пластик лучше всего подходит для переработки. Он – главная составляющая в качестве переработанного материала в производстве технических тканей. После утрамбовки бутылки перемалываются, после этого из полученного материала производят контейнеры, бутылки и даже коврики. Каждый день в стране появляется на 85 тысяч тонн отходов больше.